Ольга Гончарук – майстриня народного творчого об'єднання «Прибужжя». Багато років займається традиційним видом мистецтва – створення великодніх вощанок. У «Прибужжі» понад 15 років – учасниця всеукраїнських виставкових акцій, обласних виставок та свят народної творчості. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Дякую, що до нас завітали і ще не з порожніми руками, а от стільки краси принесли до нас. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вощанки. Взагалі, що це таке? Тому що, коли я шукала інформацію в інтернеті, то якщо дуже коротко, то це писанка на основі гусячих і індюшиних яєць. Ні, не зовсім так. Значить, тут у нас представлені писанки-вощанки і яйця, які обычно дарять на Пасху. Я хочу всіх поздравити з наступаючим праздником, самим большим праздником християнським, это Пасхой. І к этому празднику, як правило, всі готовлять якісь подарки. Із века в век, з древніх времен на Україні писали писанки-вощанки. Вот они мені тут представлені, вот это писанки-вощанки. І в то же время готовили подарочные яйца. Надо не путать писанки и яйца декоративные, сувенирные. Вот здесь мне представлены сувенирные, начиная вот с страусиное яйцо, там деревянные яйца, малеванки, бисерки. Малеванки, то есть что написано при помощи кисточки, да. Или вот современные техники дети делают уже тоже малеванки при помощи фломастеров. То есть для детей это очень легкая, интересная тема. И к праздникам, как правило, малыши в школах, везде могут и такие варианты. Здесь символика писанки, потому что мы берем здесь тролистник у нас, например. Вот. И таким образом мы знакомим детей, например, с самыми элементарными понятиями о писанке. Это на курином яйце. С какого века можно распочатать? Ну, у нас дети начинают с 6-7 лет. Угу. Ну, я так розумію, тут у нас пусте яйце. Да, это пустое яйце. Ну, а вообще писанки-вощанки пишут на полных яйцах, куриных, гусиных, утиных. Вот у меня представлена писанка на курином, символиком дерева життя. Это извечная наша символика. Здесь разные техники. Чем малюете? Потому что, я так розумію, это ж уже не фломастер? Ну. Ни в коем случае. Писанка-вощанка и называется, потому что работает при помощи воска и писачка. Ну, вот у меня такие писачки, которые мы закатываем. Греются они на свечке, воск заправляется, и по яйцу мы расписываем орнамент, тот, который мы выбираем. Покажи. Значит, писачки у нас вот из двух. Это самые первые мы делали из металла. Мужчины могут... А такие писаночки можно передбати десь у нас? Ну, мы заказываем их, да. Ну, могут мужчины и сами... А чимось заменить их, например? Ну, например... Дуже тоненькие там, ну, не видно. Ну, да. Можно их сделать самому. Я знаю, что делали мужчины самими, даже из фольги скрутил, припаял и вставил что-нибудь. Ну, лучше вставлять деревянные. Почему? Потому что они греются. Металлическая греется, и потом немножко больно рукам, если это сам. Значит, писанки-вощанки может быть крапанки. Вот элементы крапанок. Вот у сама нас... назва уже подсказывает, как потребно малювати. Да. Так? Значит, крапанки, мы вот, если вы видите здесь точки всякие, это все капался воск. И потом опускался это самое. Здесь мы уже вот при помощи писачка доделывали вот эти цветочки. И при помощи свечки, вот они рисованы свечкой, тоненькой свечкой, мы и потом поочередно красим. Это крапанки, здесь элементы крапанок вот есть в этой писанке. Значит, мы тут оформлены так, висящая писанка. Это те, которые на деревья можно весить и все прочее. И писанки, вощанки, одно из оформлений писанки, я просто представила. Так. А скільки взагалі часу потрібно для того, щоб зробити таку красу? Ну, я не знаю, для начала, наверное, часа 4 надо мінімум. На одне яйце, да, так? Ну, если такое большое яйцо и серьезное, и многоцветное, то тут гораздо больше надо времени. Вот на гусином яйце, ну, минимум часов 6 это доработалось. Почему? Потому что тут разные цвета, здесь технология немножко будет другая, не только поочередная покраска. Дуже така крика робота, дуже страшно, трошки
прижмешиться? Обязательно на полных яйцах мы пишем. Ну, есть, конечно, писанкари, которые пишут на вареных яйцах, но там своя система разбивать, склеивать. Я попробовала, мне это не подходит, я на полных. И дети мои, которые со мной работали, и вот бабушки, которые сейчас пишут со мной писанки, они все работают на полных яйцах. Потом мы их вскрываем, выдуваем. Все, когда высохло, так? И потом уже выдуваем, и уже все у нас уже готово. После того, как она написана, писанка, снят воск. Воск мы снимаем при помощи, вот она будет грязная такая вся, поочередная написана. На свечке снимаем только в средней части, а не, ни в коем случае не наверху, потому что она закоптится. Вот, и вытираем тряпкой. Дома еще проще, можно просто поставить их в духовку, или там над этим погреть над газом. Там быстрее получается. Ну, в таких условиях то обычно всегда на этом самом. Значит, писанки, овощанки у нас вот такие могут быть. Но может быть еще элементы такие интересные, драпанки. Вау, драпанки, це значит, сзади краса якась. Ну, як робити такі кольорові, в принципі, в інтернеті дуже багато різної інформації. Да. Тобто, там, в принципі, можна зробити і мраморні, які хочеш, а от так, щоб так гарно. Ну, от тут у мене ангельський мір, от писанка начата. Давайте, я покажу ближче. Ну, тут очень трудно. Тут ангелы над землей. Боже, сначала, це взагалі така краса. Красилась она, будем говорить, это современная уже технология, это не народные. Если вот эти все народные стиль пихать, супер, то это уже будем говорить. Треба дуже близько показувати. Да, это близко, чуть... потому что там ангелы, дома, така деревья, краса. Все это такое у нас. Значит, что мне бы хотелось обратить внимание, что писанки, овощанки писались не только для того, чтобы дарить ну, на Пасху, но и обереговые. Каждый орнамент имел свое назначение. Например, дубовые листячка. Дарили их мужчинам, чтобы укрепить силу мужскую и храбрость мужскую. Ну, вот это дубовый листочек у нас, например. Когда в дорогу шли вот чумаки, все обереговые брали 40 клынец. Ну, еще считалось, что то же самое, такая, она могла разбиваться, могла то самое. Писались, ну, женщины писали чаще всего во время обереговой писанки, ну, во время всего года или во время поста. Пасхальные писанки, которые мы уже будем дарить и освячивать, пишутся четверг, пятница, суббота. Ну, пятница такой тяжелый день, а вот такие, которые осветить надо и подарить сразу, скушать, вот писались такие дни. Четыре годы намалювати, да. Щоб його потім раз, два за дві хвилини максимум з'їли. Ні, 4 тижні ми пишемо, видуваємо. Це обереговий, вони мають своє назначення. В дорогі, вот, известний, вот, наприклад, южний регіон, був так орхідея, трилісник, це давали морякам, які ходили в дорогу. Чумакам давали вот такого типу, ну, теж не буде. 40 клінень, ось здесь обов'язково повинні бути клінення, а здесь все, що угодно, може точки бути, сонечки, як здесь вот сосенка и все прочее. Девушкам дарили иногда вот такие писанки. Случайно, весенние. Вот такие для того, чтобы укрепить, ну, женское начало. Значит, как правило, еще на Украине называют грабельки. Это как бы для плодородия и для того, чтобы дождь шел для земли. Вот такие. Да, ну, то есть каждый орнамент имеет свое назначение. Очень же, конечно, распространены и на Пасху всегда, почти всегда с крестом были это пасхальные такие. Ну, здесь совмещено крест и дубовый листочек такой, это самое. Это их основной, главный символ, так? Да. Ну, не только, потому что бесконечник – это самый необходимый. Это бесконечный. Ну, он может быть самого разного плана, но здесь может быть и такой даже бесконечник. Повторяющийся орнамент. Ну, орнамент – это вообще такое… З чого краще розпочати, якщо хочеш спробувати намалювати писанку? Особливо там вдома, особливо якщо є діти. Я хочу сказати, що саме таке, що треба для того, щоб написати писанку? Яйцо, любое яйцо. Звісно, гусіне, утіне, у них більш крепка шкарлупа, для дітей особливо, воно буде більш таке. Але тут свої особливості, тяжело потім видувати, їх тяжелі видувати, чим... Більш густе, так? Да. Ну, густе, да, це вже таке, ну, родителі допоможуть. Далі, обов'язково помил яйцо, потім воском його стираєш. Ми зараз купуємо яйця в основному в магазині, у них завжди штампик є. Штампик стирается при помощи уксуса. Угу, знаешь, такой лайфхак. Все, да, яйцо должно
его полностью вытираться. Если уксусом не вытирается, значит краска не ляжет. Это значит, яйца кормились какой-то жирной пищей, которая там будет прослойка. Треба одразу идти шукати нові яйца. Или там попробовать еще раз уксусом промыть и все прочее. Затем карандашом наносят рисунок, какой ты хочешь, легонечко, не сильно надавливая, потому что по этому карандашу потом при помощи песочка набираем сюда воск, прогреваем сюда и повторяем орнамент на тот самый, что мы нарисовали. Декілька порад, с чего начать, как сделать свою первую писанку? Ну, наверное, самое первое, особенно с детьми, интересно делать крапанки. Капаешь воском, это самое, только надо сразу открывать, красишь в один цвет, потом то, что закапано, прикрываешь воском при помощи писочка. Писочок вот у нас такой. Uh-huh. Второй цвет, вот здесь желтый, следующий зеленый цвет. После зеленого цвета мы вот листики сделали при помощи той же свечки, просто потянули, uh-huh. чтобы без посечка. И третий цвет у нас синий. Вот такая. Тобто фон завжди має бути останнім. Да, темный фон всегда, самый светлый начинает, желтый, зеленый, синий. Uh-huh. Такие вот, желтый после, может, красный будет, ну такие вот вещи. Это крапанки. Дальше для детей. Для детей можно попробовать символику писанки при помощи современных материалов. Вот эта писанка у нас написана фломастерами, маркерами. А він не буде стараться? Потрібно чимось його прибрати? Нет, маркер хорошо берется, и его вы не вытрите. Если здесь надо воск перекрывать, и тоже не стирается. Ну, иногда бывает так, что перекрывает лаком. Ну, это уже писанка. Уже потом, так. Да, такие, эти самые. Ну, выберите себе, что вы хотите для детей, например, самое простое. Бывает, что дети пишут какие-то вот вместо орнамента, пишут бабушки, Христос воскрес, это такие символики. То, что надо, для кого предназначено? Для себя, для мамы, для бабушки, тут можно это самое. Ну, чаще всего крестик на Пасху рисуют там, и Христос воскрес. А потом добавляют свои орнаменты. Орнаменты могут быть те, что мы изучаем по писанкарству, или дети свои рисуют, самые разные. Вот, например, самые простые, вот это цветы, вот самые простые рисовать. Разметка тяжелая, бывает на мелких таких вот. Ну, для першого потрібно розпочати щось дуже простенького, так, а потім, да, якщо вже вийде, да, вже да, згодом. А потім вже, так. Да. Притом я хочу сказати, оформлення писанок, вот это покрите лаком, вот это інтересна писанка, що тут крапанка, якщо ви посмотрите. Вот. І символіка безконечник, це продовження життя, приход времени, це така інтересна. І ще хочу сказати, вот ці писанки, які про те саме, уже я в інтернеті попала года 4 на 5, значить, що оформляти писанковые деревья, на вот как во Львове там делали. Ну, я уже третий год на даче оформляю такие деревья. Значит, вот эти писанки, но они немножко хрупкие, бьются, поэтому то, что продают вот наклейки, вот это самое, uh-huh. они очень подходят. Выдуваешь яйцо, одеваешь эти писанки, и они висят прекрасно. И еще добавляют, дети добавляли еще бумажные писанки с символикой, они хорошо на ветру крутятся, и оформляют такие пасхальные деревья. Я думаю, что наши следующие обовязки будут учиться до ваших парад, и обовязки скористаються і, можливо, спробують написати свою першу писанку і нам надішлють світлинку з своєї писанки. Ми будемо показувати і потім вам покажемо, як ви надихали людей. Спасибо. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю, що в нашій студії була Ольга Гончарук, майстриня творчого об'єднання «Прибужжя». Говорили ми про традиційний вид мистецтва – це писанки-вощанки.